А кого вы поймали? Ну, вот смотри, поймал его. Не задави. Давай его отпустим кверху, он туда. На крышу, к маме. Совсем желторотенький. Опа! Вон он улетел. Давай. Гей, не трогать его больше. Она что, босиком? Видите, как банный веник. А ты что босиком-то? Твой веник не знает как. Банный как. Босиком что-то идет. А? Босиком, говорю, что-то идет. Босиком-то не надо сейчас ходить. Земля мерзла. Ты уже била! Давай, веник. Ничего там не так. Что-то Маша со слезами опять. Тащи сюда, я покажу, как веники вязать. Он неправильно вяжет. Одеть мою полосатую полосу. Ладно, не плачь без рукавов. Оставь их, пускай. Что это развязывать, да? У меня там ничего из волоса. Сейчас я нож. Ты завязал неправильно, они все развяжутся в один момент. Пойдем покажем тебе, Игнатий. Другие для разрежь, Катя. Сейчас. Дядя Володя, смотри. Дядя Володя, смотрите. Ну-ка, иди сюда. Дядя Володя, смотри. Садись рядышком, не плачь. Вы и сядьте без рукавов. А где вы такие платья взяли? Дядя Володя, вот мы сидим. Вот здесь надо завязки. Вот, но еще как заходишь, сумка с правой стороны. Ну ладно, не согласна. Ну сейчас посидим, Одиночка, отдохни. Только когда земля сырая, босиком не ходить, когда земля сырая. А что ты принесла? Зачем? Железяка, зачем здесь? Зачем? Непонятно. Ну, вот я покажу, как веники делают. Ну возьми ножик и разрежь. Ну, ты... Игнатий Тихонович, мы тот год делали веники. Вот, Игнатий. Да. Вот. Знаете, вот, смотрите, кто Соня, кто Маша? Вот так нужно брать. Вот, Соня, вот. Теперь веди. Веди на меня. Вот это я отрываю. Делай, чтобы ровная была макушка. Макушка. А ты просто налепил. Вот какой веник-то, когда оно вообще пугало огородное. Вот теперь я беру его, вот это отрывать надо. Теперь вот она рядом положила, эту оторвал, поднял ее выше. Вот она, видишь, вот она где. У тебя она была рядом. Никаких. Оторвать, а эту к ней. Она может выпасть. Вот теперь веди. Вот вверх идет ровно. А внизу это, которое, это могу убрать. Вот. Это потом отдельно пойдет. Вот как набираем. Веревочки-то дай. Вот. Веревочки. Веники вот как делаются. Смотри, чтобы верхний кончик задевал макушку. Не выступал. А ты обрубить. Это не обрубается. Листик один можно оборвать. Вот, смотри. Вот теперь опять вот эту положил я туда, как раз. Вот это можно оборвать. Вот опять. Теперь вот это обложил сюда. А ты ее лепишь и... Что у тебя получилось-то? Глупость одна. Веники вязать тоже надо уметь. Вот она вижу здесь. Смотри. Вот это вот мне не нравится. Слабенький. Вот теперь вяжи. Вот это. Вот это не нужно что-то там. Оторвать. Стопай. Так, маловато. О, вот. Это столько добра уйдет. Да, вот это вот только это, а это никуда. А ты просто так, как был, так и вложил. Это не веник. Это метелка. Метелку и ту надо узнать как. Вот оно так. Вот, гляди. Вот теперь вот это я беру, а это отрываю. Теперь новую вот эту опять приложил, эти отрываю, эти приложил, теперь у меня подошла она вся. А это никуда, мелочь. Это все уйдет. Веревочку готов. Сейчас мы начнем ее вязать. Вот она.
Ну вот ты видишь, какая разница между тем, что ты делал и что здесь получилось. Вот оно. Я ну, такой... отдельно можно будет сделать. Все, веник готовый. Нет, большое. Ой, ой, смотри. Давай. Надо было бы нож или топор принести. Сходи. Принеси. Я сначала покажу тебе, подожди. Види, вот так я сворачиваю вдвое и вот сюда закатываю его, как петля. Вот эта петля получилась. Я его теперь тяну, и она у меня получилась намертво. Вот, теперь я одну веревочку сюда, а другую сюда. И связываю. Кое-что останется. Еще раз. Она развяжется. Но я ее стяну. Но она будет сползать. И чтобы она не сползала, я вот этот короткий конец, его раздваиваю здесь, вверху. Вот так вот раздираю. Ну, ровно, чтобы было. И туда запускаю веревочку. То есть она будет теперь иметь опору, подтяжки на штанах. Ну, вот это вот интересная штука. Ну, это интересно. Все интересно. Теперь... Вот, я теперь его сюда выгнал, а он поднялся выше. Ничего. Ага. Я здесь его подтягиваю, и напротив этого новая завязка. Угу. Вот они держат друг друга. Подготовлю. Вот. Вторая, она не может пройти, ее там задерживает. Так, нож принесли или топорик? Нож тяжелый, тяжелый, нет. Нож. Тяжелый нож. Или этот... топорик. Вот. Вот у нас будет веник. Веник, его на год может хватить, если правильно пользоваться. Попарился, ну и повесил. Вот он сейчас принесет. Еще у девочек платочек упал. Вот теперь я его обрезаю. Девочки, молоток упал. Ты его мочишь где-то, да? Ну я его, да, он... Это. А вот теперь смотри, поддал. Его надо вот обрубить так, чтобы нигде эти не мотались. Ну а там валяться будет, я обрублю в другом месте. Вот, смотри. Все, отошло. Теперь я смотрю здесь. Здесь у меня только одна вот эта, даже рубить не надо, веточки. Все, больше ничего нету. Пожалуйста, дарю. Благодарю. За труды. Нас прячь где-то, веничек. Попарился. Опять вынес его, нигде не оставляй. Он не развяжется. Он ровный, благоуханный. Береза. Давай. На, победитель. Скорее, скорее. Бей тут. Куда бежишь? Сильнее, со всего силы. Господи, помилуй меня, без числа я согрешил, Господи, прости меня, грешен, помилуй. Идят нищие, насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие его, и жива будут сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Платочек убери. За молитву пречистой Матери всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостиво, создал мне, Господи, помилуй меня. Вячеславе согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. За стол. Потому что дочек. Ну, ясно, что у всех есть. Ой, мне надо доставать показать. Все, ну молодцы мои. Да во вновь они. Так как хорошо у вас. И платочки все одинаковые. Мы же теперь лагерь. Я тогда рукавай, Миша. Маша, куртку одела. Давайте, давайте, садитесь. Сразу все. Сели, сядь прямо. Не наваривайся, вообще это замога такая. Внимание, Алиш, можно пройти? По полу не таскайте, Лерёва. Смотри, по полу все у тебя идет. Выпадывает что-то там.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. На славу Божию. Ешьте всегда до света. Я попал-то случайно из-за того, что укроп принес. Укропом называют украинцев. Почему, не знаю. Просто УКР, буквы сходятся. Украинское ополчение. Да, рукавички-то мог бы снять, конечно. Да. Так, я еще сел, компот только один. Я выпить хочу. Какой день богатый был. Нас Бог осчастливил сегодня. Дал работу. Для деревенских поработали. Они уехали, а коровы разгородились, метров 30 загона повалили. После чести хлеба, что там хлеб мне здесь принесли? И мы побыли там 7 человек, 2 часа работали, все сделали. Сколько, наверное, столба 3 поставили? 4 или 5 даже. Да ты что? Да. Ну и жердей по своих дали, свои столбы. Это Бог нам такое счастье дал сегодня, помочь деревенским. Они в работе задыхаются, работы много. Ну все, садись с нами.